Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru я расскажу, как отстирать пыльцу от лилии с одежды. Бывает, что вам подарили очень красивый букет с лилиями, но, обрадовавшись, вы потом увидели на своей одежде очень много пыльцы. И ее на самом деле очень сложно отстирать. И если вы положите сразу вещь, а еще и забудете, например, в стиральную машину, то потом будет очень и очень сложно убрать эти пятна. И что же нужно делать? Ни в коем случае не надо ее даже руками пытаться застирывать. Либо убрать, стряхнуть вот так руками эту пыльцу, потому что это только приведет ни к чему хорошему, это только навредит, и пыльца еще глубже впитается в ткань. Что же нам нужно делать? Сначала нам нужно просто руками одежду встряхнуть от пыльцы. После того, как мы встряхнули нашу вещь, мы берем обычный скотч. И что мы делаем? С помощью скотча, либо какой-то клейкой ленты, нам нужно убрать нашу пыльцу как можно больше с одежды. Мы прилепляем ее хорошенечко и убираем скотч, удаляя. Отрезаем ненужный кусок. Два раза не нужно пытаться одним и тем же скотчем. Так, убрали. Еще раз берем, наносим скотч и убираем. И таким образом мы делаем до тех пор, пока более-менее вы не увидите результат и пыльца не уберется. Но еще раз повторяю, ни губкой, ни щеткой, ни руками нельзя вытряхивать ее, потому что это приведет только к обратному эффекту. После того, как вы проделаете со скотчем эту процедуру, нужно замочить вещь в холодной воде примерно на 30 минут. Если вещь можно замачивать вместе, например, с отбеливателем, либо пятновыводителем, пожалуйста, добавьте немножечко в воду это чистящее средство. Если нельзя, то просто вода. Далее, после замачивания, мы отправляем уже стираться нашу вещь в стиральную машину в том режиме, в каком вы обычно ее стираете. Вот и все. И таким образом пыльца от лилии у вас с одежды очистится и вещь отстирается. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Оно было снято специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!